усадьба Морозов, вот такие вот домики, 3-4-спальные. Замечательный садик, и можно подвесить гамак, входит в комплекте. Беседка, мангал, еще одна беседка, грузовик, на котором можно погонять до ближайших озер. Ну, там вот гамак решается, полежать, отдохнуть, очень хорошо, приятненько. В этих домиках тоже можно жить. И банька. Опять Андрея ждем, как всегда, да? Замечательно, до сих пор тепло, хотя вчера вечером топили. Это все ваши дети. У них четверо.